Всем доброе утро. Доброе утро, ребятки. Как у вас дела? Сегодня, как настроение? Сегодня у нас тучки небольшие, облачка. Солнце такое сквозь облака светит, но тепло. Мы решили сходить сегодня на рыночек с утра. Огурцы, помидоры, фрукты, фисташки у нас очень вкусно. В общем, пошли, за витаминами идем. Фисташки очень хорошо. И Сашулька поел с удовольствием, и Дима тоже дощелкали и быстро как-то съели. В общем, да, идем за витаминами. И плюс Сашка хочет на Красной площади на фонтанах побегать. Ну, ладно. Пожертвуем, так сказать, полденечком, да, не на море сходим, а вот так вот. Тоже какие-то бытовые дела, ну, плюс ребенок рад будет поиграться тоже. Любит хочется, она эти да. места, фонтаны. Да, поэтому... Носиться там. Да, поэтому идем. Да, Сашулечка, фонтаны любишь? Да. Всем доброе утро, забыла вам сказать. А, молодец, мой солнце. Я не здоровалась. Осторожнее, машина. Давай мне ручку. Давай маме ручку. Папа, пока бежим, да? Все там пропускают машины, молодцы. Тут мы всегда покупаем. Ух, кокос. Кокос. Прикольно. А вон манго купили. Они, кстати, из Турции возят. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли за фисташечками. По килограммчику берем. Я сюда сейчас прям. Держи, я сейчас. Не вижу. Пойдем тогда сейчас за фруктами и овощами, да? Угу. Поехали, да, чёрт? Поехали. Вишня, малина. Ну, кстати, черная смородина появилась. Грецкий орех, малина. Мы тоже закрыли грецкий орех. Попробуй. Яблоки по 60 рублей. Угу. Самые вкусные яблоки – это со своего города. Какие? А что это за яблоки? Это вистобой. Слабучие. А какие самые сладкие яблоки? Ну вот эти будут посла. Сейчас идеально сладких нет. Потом вот суперпрекос, вот он по 60 мелкий, вот он по 100. И вот эти по 60, и вот они по 100 покрупнее. Вот эти будут послаще. Это идут покислее. Не кислые. Вот они. Мы пришли домой, сейчас покажу, что купили. Зашли в Валберес, забрали, на рукавнички такие взяла. 6-12 лет, я думаю, хорошо, отлично, должны подойти. Помимо рынка мы еще зашли в магазин «Магнит». Вот Сашульке купила такой маленький пазл. Занятия считаем сами, мне показалось очень даже так интересно. Тут «Реши, запиши ответ», «Реши примеры, раскрась». Геометрические фигуры, еще вот раскрасить нужным цветом, нужно посчитать, и получившийся пример тут все закрасить. Мне понравилось. Тоже позанимаемся с ней. Фисташечки, вот я уже показывала. Дима магнитовский пакет уже достал, сейчас покажем, что купили в магните. Хлеб черный, у них вот нету дарлинского, может быть, у них, конечно, есть, но у них он как-то анапский курорт называется. Молоко купили, потому что мы что-то в последнее время перестали набирать молоко, нам по времени не очень удобно. Айран, это Диме для крошки, он очень любит. Это я купила сыр свой любимый, потому что он был по акции в магните. Взяла побольше для бутербродов с утра. Сашке понравилась эта вот агуша, когда мы были. Яблоко вишня покупала, только водичка сладкая. Перчик это для супа, это вязанка для крошки взяли, это тоже для супа, морковь. Так, теперь по рынку. Картошка мелкая, сейчас сразу куда-нибудь ее пока поставим на пол, пожарим. Так, это купили сливы-алыча. У мужчины, у которого мы купили яблоки, я тоже уже показывала яблочки. А, это не яблоки, яблоки он другом. Тут. Ой, так пахнут они очень вкусно. Я думаю, что он свои продает, он сказал. Ой, очень вкусно, прям он сказал, какой это сорт там на камере. Я сейчас так уже не вспомню.
Ну и плюс еще зашли, лук купили на рынке, помидоры и огурцы. Вот такие наши сегодня покупки. А, еще самое главное, мы купили арбуз, ребята. Представляете, арбуз чей? Это арбуз практически анапский. Он под Анапой растет. Уже представляете, как он говорит, сладкий. Нам выбрал молодой человек у него. И черешню брали. То есть мы его уже знаем, что очень сладкий. Так что попробуем. Так что, в общем, такие вот покупки у нас. Сейчас будем убирать все в холодильник. Были в Фикспрайсе, купили такую минарницу, очень удобную. Понятное дело, что тут для разных, может быть, орешков. Но мы все фисташки сюда засыпали. И вот так вот выглядит. По-моему, я не показывала вам букет из Фикспрайса. То, что мы поставили вот так вот вазочку. Правда, она шатается, и Дима хочет ее ракушками наполнить, потому что, ну, она не очень хорошо так держится. Вот, вот так вот, вот смотрится. Мне очень-очень нравится. Даже не ожидала, что в Фикспрайсе можно найти такой симпатичный букет. Вот, осталось нам только картину. Ну, картину, может быть, зимой посмотрим. Либо постер, либо картину. Еще вот я смотрю и думаю, а будет ли дождь или не будет. Сегодня передавали дождь 12 часов. Сейчас благополучно уже 5 часов вечера. Дождя как такового и не было. Ну, не то, что как такового, вообще не было. Вот, но тучки ходят. Детки там играют, футбол. Так вот у нас тут с парковочными местами. Я показываю, потому что люди интересуются, потому что приезжают. Можно, можно поставить, в общем, нормально. Ну что, у нас уже вечер. Мы идем на вечернюю прогулку, да? Да. Решили сходить в магазин. Около светофора есть магазин китайский какой-то. Там одежда, обувь продается китайская. Дело в том, что мы с Ашульки не можем шлепки найти. Да. В детском мире нету. Ну, что-то как-то никак не попадается. Да. Я говорю, может быть, в этот, в китайщину эту зайти. Там какая разница, шлепки они в Африке шлепки, да? Резина и резина. Там посмотреть. Ребята, у меня порвались шлепки, но я ходила и задевала в чего-то. Вот они и порвались у меня. Один раз у меня... Да, в общем, сейчас пойдем, сходим, посмотрим. Там такой огромный магазин, мы как-то туда заходили, быстро вышли. А сейчас решили еще раз сходить. Тем более далеко от дома тоже не уйдешь, потому что там такие тучи ходят. Можно не бояться, но зонтик. Ну, зонтик есть, да. Ну, плюс мы еще недалеко от дома. Ой, что не вырезалось? На улице хорошо. На улице тепло. Посмотри, все тучки ушли. То, что я снимала из окна. Субсех там, а не дальше. Субсехи есть, да? Ну ладно, пойдем. Нам туда. Ну, уже чуть-чуть. Уже прохлада, ну, да, чувствуется? Нет, ну, чувствуется, полегче. Может быть, дождик будет. Может, вечерком прольется. Но дождик все равно нужен. А, это мужские, Сашуль. Нам нужны женские. Пойдем, вон они, сколько тут шлепок. А китайщина-то как пахнет, ребята. Ой, так, ну это большие. Большие какие-то шлепки. Мне надо маленькие. Тебе надо маленькие. Я хочу сюда бежать. Смотрите, тут даже топики Calvin Klein продаются. Вы здесь побудете, я пройду прогуляюсь. Давай. Ой, я игрушечки. Пойдем смотреть. Мам, ты зайдешь, когда увидишь? Нет, давай здесь посмотрим, Сашулечка. Ну, мы сейчас с тобой поищем, а потом посмотрим. Так. Какие-то есть? Ой. Так, они совсем маленькие. Поясные сумки. Тоже для взрослого, да черт. А, что это? Это тоже большие. А вон наверху. Здоровые, со страшной какой-то пряжкой. И все. А с этой стороны? Ой, я нашла. Тоже большие.
Вышли мы оттуда, детских нету шлепок. Вот взрослых, пожалуйста, там очень много можете выбрать. И цены, кстати, нормальные для резиновых шлепок. Да, у нас очередная, пожалуйста, покупка. Ребята, мы разрезали арбуз. Очень сладкий. Очень-очень. Прям такой сахарный. Порезали. Вот кусочки. Доели. Прям сладкий-сладкий. Я даже не ожидала, что в июле могут быть такие сладкие арбузы. Потому что, ну, для нас как-то, не знаете, в основном где-то в начале сентября, то как в Москву приходят, на такие, чтобы сладкие были. А тут прям вообще сладкущий. Поэтому, в общем, рекомендуем арбузы вот именно под Анапой сказать. Потому что, я не знаю, может быть, вот там еще такие эти развалы есть с арбузами, с дынями. Вот откуда они привозят, не спрашивали. А именно вот на рынке парень стоит сбоку, торгует. Вот именно вот он сказал, вот анапские. Так что не обманул. Фермерский рынок. Да, на фермерском рынке. Вот который мы сегодня были, мы же вот то, что показывали. На Астраханской, да. Поэтому нужно будет у нее еще дыни купить. Он дыни еще хвалил. Очень-очень вкусный. Кусочек еще съем. Надо было его немножко охладить. У нас он в тепле лежал. А холодненький вообще. Вообще супер. Все. Так. Вот это ровненько. Да. Нет, это не подходит. Мы собрали пазл, отсвечивает он здесь. Вот такой вот у нас, вот так красиво у нас получился. Так вот. Ну, как я поняла, по энтузиазму не очень понравился собирать, да? Ну да. Для меня сложновато. Ой, да 52, сколько тут, 54 детали, сложноватый, да? Ну, я тебя умоляю, я быстро их собирала в твоем возрасте. Не хватает ей усидчивости. Ты что-то так грязная в этом арбузе, что ли? Да. Терпения не хватает, пазлы собирать, да? Ой, у нас уже темно. Рано, ребятки, будем с вами прощаться на сегодня, да? Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока-пока.